Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человека. Началась новая страница истории, история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий. Мы первые, благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса. С праздником!